25 октября Невский район с рабочим визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Глава города осмотрел обновленное здание для мировых судей Невского района, расположенное на улице Крупской. Мы нашли возможность путем реконструкции этого здания обеспечить 18 мировым судьям достойные условия работы. Каждый имеет кабинет, каждый имеет необходимые другие помещения для того, чтобы работа шла. Есть архив, что очень важно, качественный, большой, серьезный архив. Как отметил Георгий Сергеевич, немаловажно, что в новом здании имеется возможность проводить слушания так называемых «стражных дел», то есть дел в отношении лиц, находящихся под арестом. Мировым судьям Невского района было необходимо современное здание, ведь сейчас от мировой юстиции во многом зависит соблюдение законности в Санкт-Петербурге и в Невском районе в частности. Дел очень много падает на мировую юстицию. Но если я вот возьму цифру за прошлый год, то это больше 400 тысяч дел за прошлый год. В этом году, она как-то все время растет, наверное, будет больше. Остается надеяться, что комфортные условия позволят облегчить и ускорить работу мировых судей Невского района.